Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители, просто любители видеоигр. С вами Валерий Хаус, и это первая серия в этом году по Fallout 4. Сразу хочу попросить прощения о том, что столько времени не выпускал серии. Вот. Какая-то сильная загруженность у меня в последнее время. Вот, и все никак не добраться было до Fallout'а. Ну что, на чем мы остановились-то? Я уже не помню. Остановились мы, по-моему, закончили квест «Первый шаг». Угу. Заключался он в том, чтобы зачистить цех сборки машин Корвега от рейдеров. Вот. Добрались до своего содружества. Даже не содружества, а базы минитменов. Вот. Меня назначили генералом, кстати. И да, мы нашли новую силовую броню. Итак, у нас по времени есть где-то часик. Вот. Ну, плюс-минус там. И за этот часик я хотел бы немножко покрафтить. Вот. Ну и если получится, начать новый квест какой-нибудь. Давайте выйдем из брони. Так. Броню-то, наверное, можно починить или нет? Так, у нас есть левая нога. Правой ноги нету, да? Правая нога. А, сломана. Значит, надо починить. Так. Т. Чиним. Чиним. Что у нас еще тут? Туловище, это все. Отлично. Так. Правая нога. Что у нас? Левая рука, правая нога. Ну и все, да? В принципе. Вот. Остальное можно выложить, чтобы мы могли ходить нормально. Матушка Мёрфи здесь. Что-то бормочется. Да, понятно, что. Так, что у нас здесь? Блин, столько времени пропустить, и я уже нифига не помню. Ой. Взял случайно. Да ладно, я все взял, что ли? Понятно. Так. Ну и где? Блин, столько всего набрано. Здесь где-то силовая броня должна быть.
Что-то я не могу въехать. О. Убираем. Так, что еще можем убрать? Патроны, ладно, оставляем это все. Ладно. Все равно мы перегружены. Насколько мы перегружены? О, намного. Это из-за минигана, наверное, скорее всего. Что, давайте пока. Мы все равно у себя на земле миниган пока выбросим. Все равно перегружен. Ладно, или давайте силовую броню тогда оденем. Нет, тоже не вариант. Будет тратиться батарея. Ладно. Все равно сейчас, пока будем строить, все это уберется. Так. Что у нас ресурсы? Ресурсы. Вода, пища. Что у нас? Можно посадить еще арбузов, да? Сейчас мы насажаем здесь арбузов. Так, еще. Отлично. Что у нас еще есть? Бритвозлак какой-то. Ну давайте, бритвозлак. Поставим его сюда. Так. Что еще у нас есть? Морковь. Морковку можно куда-нибудь и сюда фигануть. Мутафрукт, дерево с мутафруктом. Раз. Два. Вот у нас уже. Так, помидорки. А, тошка. А, ну это помидоры, получается, тошка-то.
Тушки-то у нас прилично. Сейчас мы тебя засадим. Так. Тошки много не бывает, как говорится. Сюда. Ой, что это сейчас было? Сюда. О! Мы стали бегать. Я-то думаю, что же случилось? Так. Ну, еще одно. Так, что там еще у нас дальше есть? Тыква. Ой. Все, да? Отлично. Ну, что-то слишком быстро как-то бегает он. Стал бегать. Так, что дальше у нас по расписанию? Здесь у нас есть кровати. Все отлично. Так, у нас оборона уже построена, да, все построено. Можно сделать второй этаж. В принципе. Всякие мебель, структура. Так. Металлические пускай будут. Так. Это крыша. Ай, нафига я ее построил?
Отлично. Да блин. Чтоб тебя. Так. В принципе, вот такую можно, да? Так. Снова такой с поворотом, да? Для поворота. Так. Ой. Неудачно вышло. Так. Все, да? Сталь у нас кончилась. Но немножко, но сделали что-то. Ну там ладно, там турель можно будет поставить. Что-то не так
Забацал. Ладно, там турель поставим, если что. Турель. Здесь турель, кстати, можно поставить будет. Да. Ну, придумаем потом что-нибудь. Так. Где у нас? Эй. Твоя энергия неразрывно связана с этим местом, малыш. Так. Надеюсь, энергия у меня синяя, как комбинезон. Это хорошо, смех — отличный способ справиться с неизбежным. Это не твой мир, верно? Я видел, как ты выбираешь из ледяного короба. Дар поможет тебе, малыш. У него всегда есть ответы. Ты только принеси мне дозу винта, и тогда я узнаю, что Дар хочет тебе поведать. Так, ладно, давайте дадим ей винта. Вот, у меня с собой. Так, ты тоже не проще иногда покайфовать? Этого хватит. А теперь позволь мне улететь высоко-высоко, туда, куда унесет меня Дар. Ответы ждут тебя в Diamond City, но путь к ним перекрыт. Ты будешь спрашивать людей, но их сердца скованы страхом и подозрениями. Но ты найдешь то сердце, что приведет тебя к твоему сыну. О, оно яркое. Такое яркое на фоне темных закоулков. Вот. Вот что тебе нужно, малыш. Знаки приведут тебя к яркому сердцу. Фу. Что-то я совсем вымоталась. Теперь мне надо отдохнуть, малыш. Так. Что же она имела в виду? Такое. Так, пошел дождь. Ладно, давайте залезем в силовую броню и попробуем выполнить, ну, даже не выполнить, может, взять, наверное, задание. Так, кое-что обменять не надо. Где наш Престон? Так, давай немного передохнем. Тебе что-то нужно? Как ты себя чувствуешь? Я рад, что мне представилась возможность вернуть тебе должок. Я ведь многим тебе обязан. Если что еще понадобится, только скажи. Нет, ничего. Хорошо. Так, а задание ты мне не дашь, что ли? Ну что тогда, давайте, может, отправимся в Diamond City. Хотя что-то здесь не то, блин. Но Престон Гаври должен дать. Обмен. Сигнальные ракеты, головной убор. Странно. Да не хочу, чтобы ты шел со мной. Мне собака мне больше нравится. Так, а бабулька-то что здесь шарится? Даже говорила, передохнуть хочет. Ладно, друзья, давайте отправимся туда, в Diamond City. Моя метка. Так, что-то здесь... Не понял. А, у нас есть уже.
задание. Ой, я туплю, а. Престон Гаври попросил меня отправиться в поселение, запросивший помощь минитменов, станция Аберленд. Надо как можно скорее добраться до туда и выяснить, что у них случилось. Ой, я тупанул, а. Ну что, давайте отправимся. Так, оружие у нас не выбрано. Где-то у нас миниган. Вот его поставим на пятерочку. В камни уперся. Непонятные логово кротокрысов. По-моему, уже зачищено. В самом начале еще зачистили это логово. Вот. То есть, в принципе, уже много чего изведано в этом месте. Со временем, думаю, надо будет еще раз прошариться там. Посмотреть. Вдруг что появится. Либо что-то пропустили, может. Приятно так под дождем прогуляться в такой мрачной тишине постапокалипсиса. Так, хижина Горски. Здесь были. Ух ты! Так. Да что ты не дохнешь-то? Все. Хлопковая пряжка нам не нужна. Это тоже. Фига тут. О, крышка. Отлично, патроны. Нифига они тут устроили логово. Ну давайте зайдем, посмотрим, что нас ждет здесь. Так, лампу не взять, да? Труп? А? Нифига, не труп. Какой-то бункер. Изоленту возьмем. Так. Винт. Что, в подвал спустимся? Посмотрим, что там. Надеюсь, что у нас плитку возьмем.
Что ты скулишь, малыш? Там кто-то есть, походу. Оружейный верстак. Тостер. Так, фонарь. Ух ты, очищенная вода, нифига себе. Так, а это что? Мешок цемента. Пригодится. Бумажки тут всякие. Так, патроны для дробовика берем. Снайперку оставим. Давайте-ка с этим. Что это? Радио работает. Либо здесь кто-то есть, либо оно... Тихо, тихо, тихо. Нифига себе, у него регенерация, походу. У него потихоньку жизни прибавлялись. Изолента военного образца. Так, здесь радиация. Немножко радиации есть. Да что ты все мне под ногами-то крутишься? Руководство по выживанию пустоши. Так. Теперь на вашей карте отмечен Diamond City. Прикольно. Крышка мина. Что у нас здесь есть еще? Бериллиевая оболочка мини-бомбы. Детонатор мини-бомбы. Утильник. Можно эту бомбу создать. Ладно. Бомбу мы не будем создавать, скипидар. Канистру возьмем. Давайте почитаем. А, пароль. Ну ок. Сразу же. Так, заявление о намерениях. Это моя первая и последняя запись. Я считаю себя свободомыслящим гражданином некогда великих Соединенных Штатов. Я не желаю сидеть сложа руки. Пока правительство инфицирует разум народа с помощью таких устройств, как электровышка, которую построили на моем участке, я клянусь любыми способами избавиться от этой зомбирующей машины. Я уже начал работу над созданием зажигательного устройства. Если вы это читаете, меня убили или допрашивают в правительственном лагере. Пресса наверняка исказит правду и выставит меня предателем-коммунистом. Не верьте в эту ложь. Пусть все истинные патриоты знают, что все, что я делаю по собственной воле и на благо своей страны. Вот такое признание. Все, здесь делать нечего больше. Пошли. Собака. Я тебя когда-нибудь пристрелю.
Кофейник. Я думал, лампа. Так. Что, может, переночуем? Потому что я думаю, безопаснее будет идти. Да закрой ты дверь, собака. Сколько сейчас? 10, да? Вот. Сколько там? 7 часов, да, полезный сон. Отлично. Рано утром. Выйдем быстрее, придем в Diamond City. Так, а здесь больше потайных-то никаких нету ходов. Печка, что ли? Так, слышу выстрелы. Ух ты, еще один. Так. Отлично. Так. До меня только что доперло, что я говорил про Diamond City опять. Мы же отправляемся не туда. Чё ж я к нему пристал-то, к этому Diamond City? Так, псина что-то нашел. Стимулятор, рулет какой-то. Умница, умница. Так, там псины, да? Шарится. Ну, нам в другую сторону. Если чё. Ух ты, ух ты, ух ты.
так. Нифига он такой живучий, а? Да? Не трогай собаку. Так, патроны кончились. Да кто там все кидается-то молотовым? Я даже со снайперки. Какие-то они мощные. Стрелки эти. Готов. Там еще один. Молодец, собачка, молодец. С крышка. Так, лазерный пистолет плюс. В чем у него плюс? Скорострельность. Так, давайте охранный плюс. Кожаная броня туловища. Так, где там еще один? Так. Одежда. Шахтерская каска у нас 3, да? Давайте армейский шлем. Ее выбросим. Так. Десять. Выбросить. Это оставим. Плюс харизме и интеллекту. Если что, будем одевать. Так, блин. Тратить-то.
Так, у нас еще один, еще новый уровень есть. Так, военная катушка силового реле. Посмотрим, что нам. Что нам нужно? Так, 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 так. Быстрые руки, ловкие пальцы, карманные кражи становятся на 25% легче. Карманные кражи, так, дуэлист. Кладоискатель. Как там? Я уже забыл. Так, ладно. Да не надо мне это. Одинокий странник. Нет. Наблюдательный. Чтобы победить врага, нужно знать его слабое место. Увеличить урон на 5% означает, что убитые враги иногда могут взрываться и берегись летящих глазных яблок. Так. Взломщик. Сложные замки. Да. Так, миниган у нас кончился, да? Можно выбросить, чтоб. Вот так. Вместо него возьмем пистолет. Так, нам вообще вон в ту сторону туда идти надо. Ладно, давайте-ка здесь еще разберемся до конца. Что это было сейчас? Так, снайперскую. Ладно, не буду тратить я снайперскую. Что ж ты нашел, псина?
Отлично. Так, на эти... Чё тут, чё это, вышка или чё это? Не забраться никак. Мельница какие-то. Автобус. Тоже не залезть. Нет, дверь открыта. А, я только что отсюда. Понятно. Так, рука у нас повреждена. И нам надо вот туда. Блин, я тебя там ищу. Уже здесь. Че? Птицы ведут себя странно. Батарея у нас кончается опять. Скоро чует мое сердце. Комары, комары. Так, один улетел, да? Чует мое сердце, надо будет скидывать нашу силовую броню. Цветочки. Туман. Фигня. Погода вообще какая-то портящаяся быстро. Опять дождь, пасмурно, туман. Хотя бы теплая погодка бы постояла бы подольше. Так, что мне надо его передвигаться под водой? Под водой вообще такая тишина, ни одной рыбины, вообще ничего нет. Ни одной живности. Мусорщик какой-то. Если эту штуку не открывали со времен войны. Так, погреб, да? Погреб. Какой-то бункер.
Мусорщик, я тебя урою. Молодец. Шпилька. Давайте попробуем. Ой, ё. Нифига себе. Рвануло, блин. Чё за нафиг? И ноги вот мои остались тут. Пипец. Так, очищенная вода. У нас в холодильнике пистолет в холодильнике. Нормально вообще, фаршированные яйца. Че за агрегат? Шкафчик. Все что ли? Блин, из-за этого вот мне ноги просто чуть не оторвало. Не может быть. Пипец. О, и погодка. Красотища. Прям радуется глаз. Что я так предполагаю, мы почти пришли. Да, станция Оберленд. Что, друзья? Привет. Тебя прислали минутмена? Да, я вам помогу, что случилось. Нас никак не оставят в покое эти рейдеры. Они крадут у нас еду и припасы. Грозятся, что убьют нас, если мы не будем им платить. Мы знаем, где их логово, но нам с такой бандой тягаться не по силам. Сколько? Вы знаете, сколько человек в их отряде? К сожалению, нет. Последний раз их было трое, но кто знает, сколько их там на базе. Так. Backstreet Apple. Перебить рейдеров. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Продолжим уже в следующую пятницу. Надеюсь, загруженность моя спадет. И в следующую пятницу я уже запишу новый видос по Fallout 4. Ну, а на этой ноте я со всеми прощаюсь. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, также пишите свои отзывы, не стесняйтесь. До новых встреч, всем пока.